комментарии короткие. Мы, я думаю, играли не хуже, чем Урал. Обе команды не наиграли на победу, с моей точки зрения. Вот, хотя старались, и все, что можно было сделать на этой площадке, вот, делал. Тот, кто не играл на этой площадке, тот, конечно, не может почувствовать разницу между современными искусственными газонами, да, такие, например, такие есть пиамид, какая есть площадка, какая есть пиамид, и естественным покрытием. Тот, кто играл на этих полях, понимает, что если так разрешить Уралу играть до конца чемпионата, он может и в Лигу Европы попасть. Но боюсь, что ни одна из серьезных команд ни под каким соусом сюда не приедет. Приезжала до сих пор, не приедет. Вот. Это, конечно, неприятно, это, конечно, обидно, это, конечно, двойные стандарты, это, конечно, как мы там говорили, это мексиканский такой сериал. Можно поддержать. Вот. И мексиканский сериал, он еще более обиден. Потому что Перемик, я вас уверяю, там одно из лучших полей России, включая и, естественно, да, самое последнее поколение, прекрасное поле, совершенно другие возможности для игры, да, настоящие возможности для игры. И это поле, значит, отдельные специалисты, в кавычках, приезжают и блокируют, да, в силу того, что кому-то там из каких-то там больших людей не надо было приезжать теперь. То же самое и здесь, если так сложился в календарь, что сюда, значит, должен был приехать какой-либо из этих клубов, то я вас уверяю, что он однозначно не приехал бы сюда. Вот. Построили спортзал для тренировки детей, ну, нормально. В каких-то случаях поможет тренироваться и профессиональной команде. Не более того, нельзя проводить в таких условиях в рамках чемпионата России. Если есть вопросы, я отвечу. Коллеги, пожалуйста. Гаджи Мусинович, давайте тогда хоть немного о приятном. Как вам поддержка пермских болельщиков? Ну, им большое спасибо. Я думаю, вот это тепло, которое шло от них, оно, в принципе, помогло нам сегодня. Мы, с определенными выиграли, огорчили своих болельщиков. Вот. Но я вас уверяю, что вот эти ребята, которые сегодня одевают футболки Анкара, они будут играть до конца. Спасибо.